В Страсбурге сегодня открывается первая в этом году сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. Главный вопрос на повестке дня – выбор нового председателя ПАСЭ. Напомню, в минувшем октябре из-за скандала этот пост оставил испанский политик Педро Аграмунт. Европарламентарии раскритиковали его за поездку в Сирию вместе с депутатами Российской Госдумы. Ожидается, что новым главой станет итальянец Микеле Николетти. Делегация России, которую еще в апреле 2014 года лишили основных полномочий из-за событий в Украине, присутствовать на ассамблее не будет. Как заявили в Госдуме, Россия не направляла заявку на подтверждение полномочий делегации в 2018 году.